Это вот такая вот смурфик девушка. У нее вот тут вот цветочек сделан вот. Так вот она выглядит сзади вот. Сзади она вот так вот выглядит. У него вот тут вот косы. Для того, чтобы было видно, что она девочка. Она еще и в красном одета. Вот на ней одета платьица. Я показывал всех остальных. На них нет как бы платьица. На этой есть. Вот у нее даже подставка. Вот. Как бы желтая под цвет платьица. Поэтому вот у нее рука вот такая вот. Видно, что она такая серьезная. Этим посохом, я не знаю, что она обозначает, кто она такая, вот, но она так серьезно стоит, у нее вот так вот рука сделана. Вот. Такая вот вся из себя с цветочком, это у нее как будто либо цветочек, либо посох, я не знаю, что. Вот у нее вот такие вот глаза видно, хорошо, вот такой вот нос, его тоже хорошо видно. Волосы у нее видно белые, а колпак красный. Хвост. А хвост у нее под платьем не видно. Поэтому тут на хвост не могу показать. Вот у нее вот такая вот подставка. В подставке видно. А что у нее видно в подставке? Кусок этого цветка и места для ног. Видно в подставке. Поэтому тут видно. Так. Кто вообще знает, что это за персонаж? И что это у нее за цветок? Очень интересно узнать, что она значит. Почему она именно такая вот. В такой позе вот. Что это вообще? Вот такое вот. Пишите комментарии, ставьте лайки. У нее тут на шляпе нарисовано... Что ж это такое? Вот клевер. Какой-то красный клевер, что ли, нарисован. Я не могу сказать. Ну, потому что вот тут плохо видно. Потому что оно настолько все красное, что это даже слабо рассматривается, по-любому. Да, красиво сделано вот. Вот рука держит вот посох, вот тут. Одна рука, вот вторая рука. Сделано красиво, вот. Уши, уши ей забыли делать, зато вот большой нос ей вот сделали, вот, компенсировали как-то вот эту ушей, вот, чтобы было не так обидно. Я думаю, всем понравилось видео, спасибо за просмотр, еще не раз буду удивлять своими видео, подписывайтесь на канал, жду ваши комментарии.